Всем привет! Для сегодняшней самоделки потребуется самая обыкновенная переноска. Она может быть абсолютно любой. В моем случае вот в таком квадратном исполнении. Произвожу ее разборку. Также потребуется зарядное от мобильного телефона. 5 вольт, 1 ампер. Выпаиваю USB разъем. Выпаиваю также высоковольтный конденсатор. Удлинил выводы конденсатора и установил его на обратное место. Очень важно при данных мероприятиях соблюдать прежнюю полярность. В одной из стенок корпуса сверлю отверстие диаметром 5 мм. С помощью двустороннего скотча закрепляю плату зарядного устройства к одной из стенок. Также устанавливаю светодиод и контакты самих розеток. Скрепляю обе крышки винтом с гайкой. Для удобства провод от зарядки закрепляю с помощью стяжки. При этом стяжку устанавливаю задом наперед. Устройство очень удобно в эксплуатации, ведь, во-первых, освобождается одна из розеток, что бывает как нельзя кстати в некоторых случаях. Кроме того, всегда под рукой зарядное, которым можно зарядить мобильный телефон, фонарик или какую-либо другую электронную технику. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. С вами был я, Антон. Всего хорошего. Но посран. Пока.